Надо начинать с места выбора колодца. Но тут, как правило, рамки мало чем помогают. Научного подтверждения рамкам нет. То есть надо в совокупности еще какие-то методы использовать, чтобы подтвердить показания рамок. Ну, как правило, все ограничиваются рамками, и на этом все. Этим пользуются, ну, в основном все колодезники. Почему? Потому что приехали, где им удобно, там они и копают, там и рамочки смыкаются. Если задать какие-то конкретные вопросы, на какой глубине вода, какой грунт, какой дебет, то есть никто на эти вопросы не отвечает. Как правило, опять же, бригады работают на определенной местности, и они приблизительно знают геологию участков. Ну и, соответственно, прошлись рамочками, сказали, допустим, 7-9 колец. Поэтому тут в 99 случаях рамки они ничего не показывают. Есть геофизика, есть такой метод, как электровертикальное зондирование. То есть, вот, ну, более-менее какие-то методы, то есть и то там... Методы, они в совокупности. То есть надо один метод, второй, третий, потом складываются данные и уже определяется. Ну, как правило, даже для бурения скважин это, ну, мало кто этим пользуется. Для колодцев и то меньше. То есть для колодцев лучше всего определить по соседям. То есть вот, допустим, мы тут, знаем, вот копали соседу 8,5 колец. Соответственно, мы также тут ожидаем там 8, 9, 10 колец в этом же пределе, и поэтому приблизительную глубину знаем, и, соответственно, все данные подтверждаются, вот уже вода есть, там 7 колец выкопали, докопаемся, и все будет нормально. Колодцы лучше всего даже в старину копали зимой после 3-4 недельных морозов, хороших морозов. Почему? Потому что верховодка, она замерзает, и горизонт, они не подпитываются. То есть получается минимальный уровень воды. И либо когда в августе целое лето засуха, ну, в августе, в сентябре тоже можно копать минимальный уровень воды. Бывают случаи, когда люди сами себе там копают колодец, и, ну, ввиду того, что профессионализма мало и опыта мало, соответственно, копка колодца затягивается. Затягивается не на день, на два, бывает там и месяцами копают. Соответственно, в таких случаях лучше использовать нож. Ну, так называемый колодезный нож. То есть его заливают бетоном, армируют. Получается где-то там сантиметров по 20 шире кольца. Это делается для того, чтобы из-за времени шахта не зажала кольца. То есть, ну, по крайней мере, сейчас в данном случае, так как все пользуются услугами колодезников, колодцы копаются на скорость, и мало кто делает эти ножи. То есть время ножей, скажем так, немножко истекло. Копка колодца – это не, то есть, как бы не строительство дома, где надо, то есть там высота потолка 2,20 и все, то есть там подгоняется, там пол кирпича. Здесь, то есть, копается до горизонта, то есть, по, ну, и желательно углубиться по максимуму в горизонт. То есть, чем больше, тем лучше, естественно. Ну, иногда это невозможно. Причины могут быть разные. Либо вода прибывает быстро, либо грунт плотный, и ребята не успевают его копать из-за воды. Или это плывуны. Как правило, в плывунах бывает, ну, где-то там кольцо, максимум полтора воды. Желательно, конечно, вкопаться глубже, но тут уже как получается. Я рекомендую, чтобы колодец получился никак не меньше, чем глубина колодца у соседей. Чтобы как минимум на одно кольцо, лучше на два, закопаться глубже, при возможности. Буквально несколько лет назад, ну, появились кольца с замком. Ну, замок, он, соответственно, не панацея от сдвигов колец. Они как, то есть, как сдвигались по горизонтали, вертикали, так и будут. То есть, ну, лучше всего установить скобы, заскобировать кольца, потому что зимой кольца выпирают вверх, то есть по вертикали.
И, соответственно, мы понимаем, что вот эти замки, то есть, которые они сейчас есть, то есть там даже есть кольца, где там замок там по 3, по 4 сантиметра, они на вертикальные сдвиги, на вертикальное опучение никак не влияют. Лучше всего установить скобы. А скобы уже, то есть получается такая монолитная колонна. Особенно скобы рекомендуются, даже не рекомендуются обязательно для копки колодцев в песках. Надо понимать, что, допустим, дырка под анкер сверлится на 1 мм больше. И все-таки там какой-то зазор есть. То есть там какие-то там микроны. И в первый год, в первую зиму, все-таки кольца может немножко оторвать. Ну, это только первый год. То есть как бы она встанет в распорку, и все, дальше никуда не уйдет. Плюс еще... Скоба от чего помогает? От того, что когда копается колодец, нижние кольца, они более свежие. То есть там еще шахта шире. Верхние, если это глубокий колодец, и там, ну, допустим, копается 2 недели, уже шахта начинает обжимать кольца. И получается так, что нижние кольца, они более свободные, они идут вниз, а верхние, они остаются, они... То есть тоже могут пойти вниз, но с каким-то опозданием. И, соответственно, уже есть шанс, как правило, кольца уже не садятся ровно в замок, то есть как положено. Если кольца скреплены скобами, то, соответственно, шахта она идет вся. Уже никаких сдвигов нет. Лучше скобы не снимать после окончания работ, потому что... смысл нет никакой. Многие жалуются, говорят, что будет ржавчина в колодце. Это немного другая ржавчина, то есть не то железо, которое в скважинах. Как правило, в скважине это растворенное железо. А тут даже если откололось, кусочек ржавчины, оно упало в осадок. И на качество воды никак не влияет. Бывают случаи, когда в колодце встречается плывун. То есть, это проблемный вопрос. Почему? Потому что воды мало в таких колодцах. Как правило, стол воды там кольцо полтора. Большего достичь невозможно, потому что прибывает вот этот песок, иногда он заполняет, и получается кольцо песка, кольцо воды. Многие пытаются вот это нижнее кольцо, которое заилено песком, заплыло, почистить. Чистить его бесполезно, потому что тут же там через 5 минут приходит новый, максимум там на следующие сутки там кольцо опять, песок набирает свой уровень. Вариант тут один. Довольствоваться тем, что есть, и если прибытие слабенькое, делать промежуточную емкость, чтобы вода где-то, был запас воды. При завершении колодца, опять же, устанавливают на дно донный фильтр. Камни, песок, осиновый щит. То есть могу сказать, опять же, из своей практики, что это ничего не работает, на состав воды это не влияет. Обыкновенный камень, он воду не чистит. Если делать правильный донный фильтр, это получается где-то 20-30 сантиметров кварцевого песка, сантиметров 20-30 мелкой речной гальки, хорошей, промытой, и сантиметров 20-30 камня покрупнее. Вот это будет правильный фильтр. Тут по 20-30 сантиметров 3 слоя, получается одно кольцо. Заказчики, люди теряют в объеме. Это во-первых. Второй самый такой вот проблема вот этих фильтров, то, что их надо обслуживать. Любой фильтр, то есть надо там через полгода, через год менять, промывать, заново засыпать. Так как колодцы все выкопали и 10-20 лет туда не заглядывают, идет вода и идет. И больше их, людей ничего не интересует. Соответственно, эти фильтры забиваются, они перестают работать. По поводу выбора насоса для колодца, что я могу сказать? Раньше все, конечно, использовали малыши, ручейки, и все, других насосов не было. Сейчас перешли на центробежные насосы, и многие утверждают, что малыш от вибрации заиливает колодец, то есть закупоривают опоры, родники там забиваются.
Ну, это маловероятно, потому что, как показывает практика, все пользовались этими малышами, насосами, и все работало. Тут, скорее всего, дело шума, дело непривычки, то есть они маломощные, и поэтому и цена сейчас хорошего малыша, не китайского, приравнивается где-то там, ну, к слабенькому дренажнику. Ну, я бы не сказал, что малыш прямо так сильно влияет на колодец. Как правило, малыш противопоказан именно тем колодцам, где пески, то есть где колодец на песке, на плавуне. Если, допустим, стол воды, там 3-4 кольца, можно использовать малыш, и он на колодец никак влиять не будет. После установки колец швы между кольцами обязательно надо заделать. Ну, из всей глубины колодца верхняя половина, часть, лучше 2/3 заделать герметично, насколько это возможно. Нижние кольца, где уже в горизонте, где, ну, в водоносном слое, ну, могут содержать там какие-то щели, где может поступать вода. Кольца заделывают, как правило, цементным раствором и жидким стеклом. Ну, некоторые используют гидропломбы для заделки швов. Заделка швов носит, то есть, как бы, такую функцию, чтобы грунтовые воды не попадали в колодец, то есть чтобы они шли именно через землю, фильтровались, и уже там через какую-то толщину, через какой-то слой уже отфильтрованная вода попадала в колодец. И чтобы не было больших щелей, чтобы туда глина в колодец не попадала и не мутила воду, чтобы вода была чистой.